Мы остановились на 700 метрах. Мы обязаны ворчать. Пробуем. Ладно, расслабь. Может пригодиться. Сэр. Обыскатель. Yes. Да, я вижу. Это женщина. Все равно. Все под контролем? О, да. Ты бьешь? Возможно. Это постоянная Клара. Московы Запад стоят на пороге отрывания. Готовы нажать на кнопки. Разве не всегда так? Почти, но есть пиковые моменты, и это один из них. В реалии подплечники атомной бомбы. Это 80-е, и все было масштабнее. Принесите наш счет, пожалуйста. Что это? Клара! Доктор! Клара! Нет! Нет, 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 нет! Надо что-то делать. Надо немедленно подниматься наверх, пока мы живы. Мы будем ждать, пока прибудут спасатели. Если прибудут. А наше падение — это просто случайность? Тогда кто вы? Ладно, капитан, повторю еще раз. Без лицемерия, притворства и сказок о том, что я земной посол. Я доктор, мы с Кларой путешествуем во времени. Клара, как ты? Нормально. Во времени? Мы прибыли из ниоткуда, вы сами видели. Я нет. Это ваша проблема. Мы тонули? Да. Что произошло? Утонули. Нет, я протаркнусь. Не спрашивай, капитан. На счету каждый вздох. Не буду тратить воздух. Вы правы. Пристреливаем. Главное сейчас не задохнуться. Вот этот. Спасибо. Наконец-то. Меня понимают. Какие у подлодки повреждения? Доктор. Что с радио? Можно послать сигнал? Доктор. Что? Что, это газ? Возможно.
Гранд Маршал Скарбек. Ну, знаешь его? Соправитель касты персианцев. Безжалостный покоритель Фобоса и величайший герой во всей истории марсианской расы. Маршрут составляет 14 километров, время 18 минут. Поверните налево на улицу Войкова.